Айо, ребятки, с вами туберкулезник Макс Чехов. Ладно, шутка, отми шутка, шутка, прибаутка. Да и ты нахуй. Значит так, ну, вернее, матершинник уже. Мы играем в такую офигительную игру, как Order of Chaos 2 Искупление. В общем, я не знаю, я ее удалил и скачал заново, потому что баг, я сколько не пытался строить, ничего не получалось. Я вам расскажу про эту игру больше, вам, не знаю, понравится, нет. Мне игра очень сильно понравилась и хочу в нее играть. Блин, ну не хочу Google Play игры. Ну, выберу свой класс, я вот выберу его. Ну там мне ладно. Нету жалко класса паладинов. Потому что я выбрал его, с него рубился бы любой расой. Вот. Как, он уже знакомый рыцарь пламени. Потому что первый видос 4 минутки у меня был по рыцарю пламени. Я, кстати, то, что снимаю прям залпом, то, что ну, прошло полчаса буквально. Так, полетели. Пропустить книжек нельзя. Вот я тыкаю. А, вот можно. Я забыл просто. Ну вот, ребятки, мы с вами опять появились здесь. Ребятки, я бухал, прикол, вчера полвечера. Так. Ух, нифига себе, вот это графонище. Здорово, пацан, давно не виделись. Алкоголик проклятый. Так. Здорово, брат. Так, так, так. Ну, это мы знаем. Жрец. Слышите, петух подошел быстро. Вот видите? Фуф, навык отскочить и удалить игру заново. Стражи храма это... Ну, короче, северяне, а мы, типа, южане. Под себя сам сюда приехал. Нежить? Они что, ебанутые? Ну-ка, получи петушара волосатый. Хотя бы я с такого пацанчика до конца игры играл. Смотри, в таком сете прикольном. Ну, конечно, даже бессмертный. Ай. Короче, мы типа герои этого. Вот все пламени. Ох, нихуяшечки хуяк. Ты мне такой пацанчик на аватарке. Ты дальше не пройдешь, потому что я петух. Вот хотел... Как ни странно, у всех воинов есть вот такой вот скилл. Вот этот вот, именно скилл есть изначально. Это вообще пипец прикольный скилл, я вам честно говорю. То есть ты куча на месте, просто надаешь себе пиздюлей. Блин, реально прикольный. Это просто зло, дядя. Ну и я играл только за воинов, играл в качестве эльфа. Метимолот Халина. Моя! Ребятки, теперь мы с вами паладин, смотрите. А слежу тебя впереди! Здорово, петушаря, погнали! Привет к победе! Только, ну... Нереально... Смотрите, смотрите на молот, ребятки! Реально! Ни хрена себе! Реально, реально! Мы прям рыцари крови, как из World of Warcraft этих. У эльфов крови. Рыцарь крови еще пипец. Ты что, нашли этот петушара волосатый? Вот там первобытное сердце. А, не, начали на петуха завалить. Последний, типа, у них не оплот, северян. А, пизда тебе, ебанатка. О, удар света! Сорковый левел, как ты будешь найти, Ярославский Мартан. Жми, 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 жми. Успех. Зю-зю, упана. Молот Халина и на нахуй. Петушок, мы тебе в очко пролезли, ха. Шутку через текстуры. Ух, ебать, я пьяный. Не сделай это, мы все погибнем. Пошел нахуй, петушара. В общем, обили сердце, пустился раскол, ведь наш герой забуговался. Да просто вот пиздец. Проклятие, что же это? Что же? Это что же? В общем, сейчас мы с вами узнаем последствия. Видите, какие последствия? То, что
Ебанутые рыцари пламени ничего не натворили, петухи. И типа там, где не все погибли. Все. Погибли. Закрыть ВК. Не помню, что вы... А, ВК залезал, точно. Проверьте историю. Человек. Со времен потопа люди стали наиболее распространены в Харадоне. Расы благодаря своему умению приспосабливаться к любым условиям, быстро находить умение, применять любым новым знаниям. Вот мужчина или девушка. Ой, бич, какая тёлка, а. Не хочу такой. Петушара какая-то. Мендель. Ну, наверное, типа гнома. Маленькие телом, но не душой. Мендели веселые, добрые, невинные создания. Их невероятное любопытство, тяга к знаниям, условленные веками рабства в подземной стране, из которой народ Мендели ушел сравнительно недавно. Эльф! Вот из него такой петуха играл. Эльфы с трудом принимают новый мир, в котором они потеряли свое бессмертие и скорбят по своей безвозвратно ушедшей истории. Они по-прежнему мудры и таинственны. Но от природы надменности их оставил отказаться горькими уроками. Орк! Орки бесстрашные и воинственные, и вместе с тем верный и честный народ. Они с одинаковой легкостью отдадут свои жизни, как идя войной на вражеский клан, так и защищая собственный дом и сородичей. И каратан. Ну, в общем, каратаны для меня это почти что как дреней. Давайте прочитаем. Каратаны — высокомерная раса ячериков, но не похожи на них немного. Больше на муроков похож чем-то. Обладающие высоким интеллектом и воинственным нравом, несмотря на силу и искушенность в боях, они всегда предпочтут говорить на языке дипломатии, если это, конечно, принесет им большую выгоду. Ну, давайте поиграем за смертных людей. Такой он будет петушара. Ну, конечно, не такой. Мать, человек. Воин! Воины могучие, бойцы ближнего боя. Битва лишь сжигает их ярость, питающая наиболее смертоносные навыки воинов. А, следопыт, вот, да. Следопыты — класс ловких бойцов, наносящих урон на дальней дистанции. В бою они сражаются луками и ружьями. Идите нахуй, заебала музыка! Чтоб тебе хуй на пятки вырос. Гонор тренировок позволяет им восстанавливать выносливость прямо в разгар битвы. Ебать копать, да? Инквизитор, да. Истребители демона сражаются под особыми активными чарами, то есть аурами, похожими на стойки урона, дающимися определенные усиления в зависимости от выбранной роли. Кровавая аура, ледяная аура, нечистая аура, инквизиторы обладают собственной уникальной системой могущества. Маги, вот дальше, да было о них. Маги поражают врагов заклинаниями на дальней дистанции, нанося урон по площади и даже порабощая их в волю. В промежутке между боями маги способны быстро восстановить запас маны. И жрец. А, монах. Монахи ищут баланс во всех вещах, движущая сила и инь-янь. Медаль от двух сторон, способны как калечить, так и исцелять. Равномерное использование двух крайностей ведут к установлению равновесия. Давайте поиграем с вами за инквизиторов. Не инквизитор. Так. Давайте тип бороды. Клин. Так. Вот так за... Не, ну заебись, ребятки. Ух, ебать, ты, сука, арта сменитил, ебанутый. Давайте с ними будем. Нихуя, блядь, ты дреней. Теплица. Вот теплица надо еще. Гладкая, в шрамах, суровая. Суровая петушина, вот такой нам надо. Назовем, знаете, как его? Ну, это по-английски. Сейчас назову, знаете, как Джоем? Прикольным именем. До 4. Пусть будет до 4. Вот, блядь. Сука ебаная. Ли нахуй. Сука, блядь. Сейчас. Синька чмоще назову, блядь. Блядь, инь какая-то, блядь, чмо нахуй. Синка, блядь. Да вы что, издеваетесь? Кто ХФМ смотрит, блядь? Так, погоди-ка. Не-не-не, как его там, блядь, звали, блядь?
Сейчас. Сосик, блядь. Сосик. Вы что, издеваетесь? Макс. Давайте будем Максом. 2000, блядь. Макс 2000, блядь. Да вы издеваетесь? МакССС. Вы суки. Реально суки. Гоги. Кстати, QWERTY и оп. Суки ебаные. Зандо. Да вы заебали! Вот такой вот. Как-то не был лор. Тут Д добавлю. Мой никнейм введем. Блять. Да петух-то волосатый. Экс. Сука ебаная. Лор. Лормакс, нахуй. Да, блядь, наконец-то. Я просто с именами не очень. Один смысл, блядь, сука. Сколько тебе, если мне блядский не придумал, нахуй. Мы с вами блядские инквизиторы, ебать, как Влатевич. Сейчас будем хуярить в хлам. Не бойтесь. Блядь, шторка, блядь. Ух, ебать, очки разбить голову пробил. Мы начинаем в матросской гавани. Я знаю эту локацию, мне она прикольная, по моему счету. Ну там трагичная судьба одного человека. Так, проснись, Лор Макс. Ладно, я не буду им читать. Тип мы солдат, и мы петух. Шутка. Ну что можно делать? Хуя, короче, так вот ебать колотю. Блядь, вы заебали. Да вы охуели, блядь. Капитан, это ты? Ух, капитан! Не, ну ты петух, конечно. Ну, короче, никогда не читаю, ребятки. Хочешь, нужно сжечь блядские ящики? Нихуя себе. Давайте кое сейчас уебашим. Петух, блядь. На нахуй. Ведь мы с вами слабенький петушок. Ну, со временем станет с вами невзъебенным, охуенным инквизитором, нахуй. Как блядский блендер-ебанат. Мы с вами, видите, их долго ковыряем. Игра бесплатная, тогда я сразу говорю, да блять, не дерись, дебил, сука ебаный. Сжигай ящики, мудак. Блять, ты их не сжег. Блять, я до них на слабо, они бы сгорели нахуй. Да, меткая моча, ребятки. Уже не успел дожечь. Ну где ты в пиздятину, заебал, ну реально, заебал уже нахуй, петушок. Блять. Получил петушок. А, добыча, забыла добыча. Ух, ебать, ебать, ебать. Джимон. Блять, кого-то, блять, сука, всех переебашу. Блять, ты, хуяк моя. Ну-ка, на скиллом. На, нахуй. Петух, ничего себе не выпало. Вот с вами снаряжение. Вот нажимаем снаряжение. Рюкзак. Да иди ты в пиздятину. Иди в пиздятину, иди в пиздятину. Ребятка что-то поднял, но нихуя нет, как видите, да? Иди нахуй, иди нахуй. Видите, видите, у нас мой Лормакс. Вот такой вот красавчик. В общем, капитан Спенсер. Я про него ничего говорить не буду. Он, короче, тут босс, молокосос. Уф. Вот мне да очень... Мне очень нравится этот дичь.
Начинаем нажимать на эту верхнюю часть и просто бежим туда. Я Инквизитор Лормакс. В общем, ник прикольный, мне самому что-то нравится. Хотя меня, в принципе, самого зовут не Максом. Лормакс. Нравится, да, название? Фонтанная площадь. Это что, Стратхольм? А, не Стратхольм, там площадь рыцарей. Сейчас вспомню еще. Там несколько площадей. Лучше племянница ее. Джон. Ну, я знаю, что с ее племянницей. Я не буду ничего говорить. Вы получили 300... Блядь, это не 3000, получили единиц двойной стойкости. Пидорасы. Короче, вы моряки? Я не буду читать, потому что я знаю, буду говорить. В общем, моряки его у него набухались, но она гуляет с ними дохуя. И получается, она надо их отпиздить. Потому что с ними надо нормально говорить, но надо их так хуярить. Слышь, ты пидорас, инквизитор пришел. Сейчас ебало в кровь. Я буду бороться за что хуй знает, за что. Ебаш, петух. Ты видишь, блядь, не, нихуя себе, только думаешь, у меня, блядь, шлем появился. Ебаки гомосексуальные, нас все хотят, вы это чувствуете? Я чувствую, то, что нас любая телочка в этой игре захочет. Шутка, нихуя, что вы петухи. Вот ебать, какие мы красивые. Шутка, мы не петухи, мы нормальные пацаны. Мрак минимум, ну блять, ты сука, алкаш пропитый. На тебе моим скиллом сексуальным, петушок. На в ебальник. Слышь, ты, блять. Ну что там мне навыки? Ага. Изучить, да. Спасибо, спасибо. А где во второй скилл, не понял? Ребята, позже. Позже, блядь. Слышь ты, блядь, петух ебаный. Иди, блядь, мудак. Это, короче, почта, но я как бы не отправлял свою почту в эту игру пока что. Сука, орк проклятучий, нахуй. На мою чернокнижную хуйню. Лук, ты мне, блядь, не друг. О, Джон, мудак ебаный. Мы, блядь, с алибарда хуярим по городу. Потому что Матросская гавань считается городом. С небольшим гарнизоном. Капитан это наш, типа, ну, лидер, типа, туда все отвечает, как понимаете. Согласен, ребятки. В общем, Талер младший, блин, ну тоже пацанчика жалко. Что с ним будет, даже не предполагаю, смотрите видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я с вами не прощаюсь пока что. Моряцкий порт. Он еще, поверьте, пригодится. Вот этот петушок. Короче, ему надо собрать синюю идиотскую руду. То, что у него типа контрабанда вроде, или точно помню. Ну, блин, видите, короче, подлагивает, но не так много. Мы же с вами, ребятки, не лагерь. Энгель, блин. Всегда путь чертов. Вам нравится, как мы сексуально плаваем? Уф. Ебать, конечно. Я как... Ебать, кого. Видите, мы через текстуру проходим. Ебать, конечно, мы дауны. Мое. Кредо мое. Бля, петь стал. Вам, наверное, уже страшно, да? То, что я уже пою, вам, наверное, хоть мне прикончить, там, не знаю. О, голову этот оторвать. Говорит, петух, ты что творишь? Или как там было, лук, палму, стук, чеснок поебал, хлоп. Талер младший, мудак. Блять, дебил, сука, ебаный, что сюда, блядь, зайти не можешь, блядь. Ебать, конечно, ты, да, ты аутист, блядь, я лучше к этому мудаку сам дойду. Здорово, петух, я инквизитор. Блядь. Mm.
Новый левел, нихуяшечки. Так, перс. Красиво, да? Лормакс. Ясно, спасибо. Продолжить. Нихуя себе. Пиздец, да? Ну что, согласился, ребятки. Бля, из-за этого начал лагать, пиздец. Полеты, блядь. Так, а что мне делать дальше, я уже не помню, блядь. Где-то начал мне лагать он сейчас, вот чуть-чуть. Пиздец, да? Блядь, это аутист. О! Ну, короче, небольшие сбои тут есть, они предупредили меня об этом. Я им, кстати, не стал, надеюсь, что вы поняли это. Петух! Это вышел, у него еще квест взять или что-то спросить. О, эти лаги бесят, вот реально. Блин, я буду пока что игра будет дальше, как пока отпилить не в кожу, конец не выбесит. А, точно, шпионы же еще были. Да. Вот так очень можно одного тупо херачить свои секиры. Я там, когда был воином, я просто этим, помните скилл, который вам говорил? Ебать копать! Тролль ты чё? Нихуя себе, блин. Сейчас залагало мне, блин, глаза нахуй чуть не налезли, блин. Петух. Блять. Ну если не лагает, меня это начинает бесить. Спартак 100, блядь. Я Лормакс, очень приятно. Все, даже петух не поздоровался, гандон. О, тоже инквизитор, хорош. Это понял по топору, кстати. А-а-а. Ну, видите, игра стала лагать после этой дичи. Блять, ты дебил, ты ху... Ты что творишь, мудень, ёбаный, ты шашлык. Он даже пока того дебил не добил, и сразу пошел на других. Он идиотина. Аутист, конечно, проклятый. Кредо моё, блядь. Ему! Ну что все эти плохие, на всех можно ебашить. Он вообще горы к хуям вырыть, как эти герои это могут. Я так не занимался не буду, потому что нельзя. На нахуй. Ой, блядь. Уф, фрагменты кожи. Талер пиздюк. Вроде что поменьше, нет, показалось, лагать. Ну, реально. Секунд 30 назад, слава богу, больше подлагивало, если вы помните, блядь. Баш. Не, лучше сам нахуй пойду. В общем, это пройдет, ребятки, успокойтесь. И бомбите, вот не, блядь, надо бомбить, нахуй. Это основное бесит, когда ты как бы, ну, блядь, ну грузит дохуя, поэтому сбой на монтаже был отменный все, ладно, окей. Что делал, ты сделал. Так. Дикая, ну, короче, любовники они, ну, понимаете, да? Ну, просто ебать копать, ну, блядь, ну, сука, заебал лагать, мудак. Дикая роза, ну, короче, капитан наш, братан, ну, начальник Сиреника. Как это ждено, можно было понять. В общем, городок его, он, наверное, сам купил на Авито или на Алиэкспресс, который больше так вот подходит. Было моим пацаном, стало таким вот аутистом, ладно. Не будем его засирать. Нормально, пацан. Ровно такой. Тюнь-тюнь-тюнь. Здорово, петух. Гандура штопанный. Киномик на отшибе. Чем прикол? Ну, кнопка шпион там у нас, пиздец, да? Отыщите, блядь. Прикольно не нажимать вот на вот этот верх. Как ты, блядь, из сука, за аутист проклятый? Как ты такая будешь? Ну, допустим, я знаю, куда идти. Ладно, окей. Что можете себе дохуя квестов, а то с ними разбираться, это пиздец. В общем, вот этот блядский домик, как вы видите, мы сейчас к нему ебашим, вот эта синька стрелочка. Да иди нахуй, блядь, крокодил.
Там пидорас может смотреть и посмотреть. Тоже поставьте лайк. Уф, пиздец. Ну, короче, Гартнер сдох. Следы. А сейчас будет сами эпик. Я про эту розу говорил, что-то вроде. Ну да. Сейчас узнаете. Опача! Роза! Там прочитать можно. Лук! Ты. Я признал свой раз с демонами, но ты петух. А, ты девушка, прости. Ну ты говно все равно. Давай! Во! Демонический скилл какой-то. Мы против демонов. Будто запыляемый скиллами такой. Тут О, блин, вот у меня где хп. Я думаю, где у меня хп? А куда звук пропал? А что ты глаз болел немножко? О, вот нормально. Спасибо. Отпразднуем это. Куколь. Только не знаю, можно заходить в таверну, если можно, блин, в этой игре бы в хлам был прикол. И персонаж у него еще бы в хлам был такой. Петушки, петушки. Я думаю, у всех она лагает, когда ты его загружаешь. Ну, игра прикольная, я не собираюсь ее удалять. Это портал? А что я раньше не видел? Ладно. А, я видел, просто не обращал на внимание, ладно. Полетели. Думал, ну какой-то для магов что-то там вот квест. О, китаец, видите там. Ты в порядке? Хотите на вид, что случилось? Ну я же знаю, что случилось, ребятки. О, нет! Этот. Прям как Андерал, кстати. Этот город почти что уничтожен. Нужно спасти его. Может, что тут спасти вообще? Где наш отважный капитан? Заберись у него все. Охренеть, да? Скипетр для магов. А, тут кузня точно. Ты дура? Подошла быстро. Сейчас петюлей отвешаю. На. Скилл скушай. Жри, тварь конченая. Конечно, она девочек бить нельзя, но, блин, она не живая уже. Окей, пошли дальше. Пиздец. Реально похоже на Андорал. Папа, мама? Давай-ка малого защищу. Я отважный герой, поэтому спасибо мальца. Мало ли ничего захерачит. Матроску Гайва надо спасти. Говорят, хули ты, пидорас, блядь. Херачь моих родителей, хоть и не заражу, но похуй. Будет, блядь, как Салли Вайт на какой-нибудь СЗ свой алый орден, пиздец. А ему сконтактировать, ну иди нахуй. Я хотел с тобой побухать, пацан. Ебать копать! Капитан! А, мэр, он у нас не главный, но ну, я думаю, тут главный у нас. В общем, короче, вот наше войско. Давайте удар света какой-нибудь. Ну, мне ну, что нужен жрец света, нам не победить так. Короче, ну типа дисветка, надежда.
Сейчас там вообще мне покажет, сейчас такой свой суперский скилл, хоть он и воин, но я инквизитор. Я круче. Короче, похуй, инквизитор типа паладин, сидите нахуй. Немножко ебанулся, но похуй. Мертвый хуй. Мертвый хряк? А, моряк. Блять, сука, прочитал хряк. Да, нахуй. На, сука, блядь. Череп, ебать, я его продам, нахуй. Ай, блядь, ну это реально какие-то, это язычные мобы, это реально. Я помогу, все равно разбитый член, будем так читать. И поэтому наш отважный капитан не должен сдохнуть. Вспомнил, 5 волн должно уже быть точно. Я просто раньше не читал то, что там неживая попутчица. Значит, значит, впереди будем танчить. Ну, как понимаю, инквизитор это танк. Как, ну, воин не вижу, не сильно вижу, что это танк. Путница попутчица, блядь. Пацан, ты где был? Ты чё, алкоголик? Ой, инквизитор. Ничего себе. Ну-ка, дай-ка это заберу. Мне пригодится. Ни хрена себе, что мне дали? Это вроде для инквизиторов, если точно помню. Или нет, я не помню, честно уже. Дайте мне... Дайте все подобрать! Ще, блин, буду реально пиздюлей отвешивать за такое. А, мне надо убить твари мне лично, чтобы дальше пройти. Ребятки, тогда не мешайте мне. Блин, если видео будет начаться, будет пипец. Ну, короче, я сделаю какую-то обучалку. Первый видос я точно выложу. Мне кажется, не моряк, а хомяк. Не зараженный моряк, а хомяк. Так, ну не знаю, что... Мерзкая глефа. Ну, я думаю, что это точно для инквизиторов. Что такое? Ай! Тесак! Ну, вот, короче, ребятки, это немного взяли из World of Warcraft мясников. Ну, я даже вот немного вижу, что это мясник. Реально, вот, видно немного. Сейчас такой же скину, чернокнижника, долбану тебе, петушок, волосатый гребешок. Ну, короче, это типа босс у нас, тесак. Ты сказал, что ты хуесак? Ну, так это такое есть. Ну, по идее, мы бы... Как мы их бьем, мы столько одолели как раз-таки, если что. Ну, подлагивает пока что, ребятки. Не могу идти, я тоже. И слишком много нас перебьют. Ну, конечно, мы в отключке. Но мы имеем... В общем, за моряцкую гавань. В общем, принесем жертву, чтобы нас спасти. Капитан, капитан! Мне жалко капитана тоже, ребятки. Лайк, кому его жалко. Прикольный, ровно пацан. Авторитетный был. Короче, местный бандит. Сука, как утит сказал. Блять, ебать копать. Пиздец, холодно нахуй. Пиздец просто. Пиздец, молодец. Сука, пиздец, ебануться можно нахуй, блять. Ебать, 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 ебать. Блять, я была магом, братья, ладно, похуй. Инквизитор больше. Я больше нравится танчить, чем все вдалеке ебаешь скиллом, блять. Только скиллы, блядь, какой-нибудь фурбол ебал кидать, только это неинтересно. Ладно, ждем. Загрузки мега охуительной игры. И давай сделаем еще один квест. Хотя нет, не надо. В общем... Ты чё стоишь, алкоголик? Алкоголик, блин. Дверь грузится. Ты чё, вы чё, алкоголики? В общем, мы спасли моряцкую гавань. Нежить ушла.
О, монах. Это не монах, кстати, если что. Нет, я никогда не думал, что это монах. Да что ж это за петух такой-то? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. А, торговец. Все, иди все в жопу. Чуть в сраку от меня, нахуй. Окей, раком вставай. Блять, ну пустите, я тоже хочу туда. Вообще тут еще побегаем чуть-чуть. Потому что мне интересно бегать. Поищем могилу капитана. Потому что, блин, надо же, дай пацанчику этот шум, погиб же. Петух, чуть не стоишь-то? Поставим здесь, осмотримся. Я точно помню, что здесь была магия до капитала. Чё прикол, мы не можем драться с другими игроками, только вроде какой-то арене, на которой я даже не видел ни разу. Ракорк. Что сейчас честно делает? Не дай бог, у меня в игре петлак, блядь, это пиздец будет. Блядь, охуеваешь, это игре, блядь. Пиздец, ладно. В общем, пиздарики, народ. Ладно, давайте, удачи вам, пока. До скорых встреч. С вами был Макс Чехов.